Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, и традиционно по средам к нам приходит Ольга Городничева, приносит с собой килограммы интересной информации, а точнее книг, которые нужно прочитать в ближайшем будущем. Доброе утро, Ольга. Доброе утро. Первая новинка, действительно килограмм, просто роскошное издание, посвященное миру «Игры престолов» Джорджа Мартина. Книга называется «Мир льда и пламени». Составителями этой книги стали как Джордж Мартин, так и Элия Гарсия-младший и Линда Антонсон. Эти двое счастливчиков, ну вот действительно в прямом слове счастливчиков, создали сайт «Вестерос». Этот сайт уведет Джордж Мартин и доверил им написать данную книгу, посвященную мирам «Игры престолов». То есть это была его идея? Да. Ну и, соответственно, в данной книге рассказывается о мире семи королевств до момента старта самой саги «Льда и пламени», то есть вот до самой первой книги. Как они жили? Как жили. Здесь рассказывается про рассветные времена, когда еще не было совершенно первых людей, о том, как появились люди в этом королевстве, о том, как зародилась династия Таргариенов, когда была о золотом расцвете эры Валирии, о том, как Старки стали королями Севера и о многом-многом другом интересном. Вот вы вот рассказываете, а я ведь ничего об этом не знаю. То есть я ты же не начал смотреть шестой сезон? Я первый не начал смотреть. Я даже секунды не знаю. Вот это, наверное, может быть даже правильно, потому что многие говорят, что «Игру престолов» надо пересмотреть сначала все сериалы, а потом уже завершить это «Игрой престолов» как лучшим сериалом за все время. А потом с собой самим что делать? Ну, потом, значит, уже не сериалы. Хочу отметить, что и обложка очень приятная, такая мягонькая. Да, прям даже, мне кажется, поспать можно будет на ней очень уютно. Подарок, мне кажется, очень крутое издание фанатам. И для книги специально было создано 170 иллюстраций, действительно отлично отиллюстрированных именно для этой книги. Круто! Что еще есть? Безусловно, следующая книга также хит и бестселлер. Новая книга Януша Вишневского. Легкая, но тем не менее, скажем так, объемная по страницам. Ага. Януш Вишневский – известный польский писатель, который в одночасье проснулся знаменитым после своего романа «Одиночество в сети». Каждый год Януш Вишневский пишет произведения. Это могут быть сборник рассказов, новелл, либо полноценные романы. Каждый год читатели радуются выходу новой книги. В основном Януш Вишневский пишет о любви. О любви, может быть, трагичной, о греховной любви, о любви после измены, о любви всепрощающей, о дружеской любви. Вот совершенно разные оттенки любви, они все присутствуют в книгах Януша Вишневского. И новая книга, новый роман, который впервые выходит на русском языке, роман «Прости», также посвящен любви. Главный герой – мужчина, поэтому в книге дается оценка взаимоотношений мужчины и женщины с мужской точки зрения. Да. Он узнает о супружеской неверности, ну и решает, так сказать, наказать неверную. Ну да, судя по тому, что он в тюрьме, судя по решетке, то все закончилось не очень хорошо. И все закончилось так, как действительно было в настоящих, реальных, исторических событиях нашего времени. В Польше был застрелен известный джазовый музыкант и певец. Он умер на месте. Его спутница умерла в карете скорой помощи буквально через несколько минут. Ну а главный виновник – это как раз муж, который не пережил супружеской измены. Ну, вот взяли весь спойлер, рассказали, но у меня прям мурашки побежали, когда я люблю очень, когда истории описаны на реальных событиях. Давайте перейдем к чему-то доброму. Да, потому что у нас «Игра престолов», там все помирают. Тут, значит, ну, здесь не доброе, здесь больше, так сказать, оптимистичное, задорное. Только у нас закончилось важное спортивное мероприятие, это чемпионат мира по хоккею. Соответственно, скоро, буквально через несколько дней... Чемпионат Европы, по-моему, по футболу. Да, в Париже, да. Где присутствует наша сборная, которая будет играть под руководством Леонида Слуцкого. Пожелаем сборной победы. А, соответственно, про Леонида Слуцкого вышла первая его биография. Не автобиография, он автобиография, сам не прикладывался сюда. Написал ее и эту книгу Игорь Робинер, который является как корреспондентом одного крупного спортивного издания, так и он ведет свою спортивную колонку на радио. Соответственно, вообще Леонид Слуцкий для российского футбола фигура такая, так сказать, неоднозначная, потому что он является единственным футбольным боссом, который не имеет профессионального опыта игры в футбол. Сам не играл. Ну, то есть Леонид Слуцкий с детства грезил футболом, занимался в детской юношеской секции, поступил в спортивный институт по направлению футбола, но получил бытовую травму совершенно нелепую, которая стала несовместимой для игры в футбол. Поэтому в 22 года он возглавил местную команду, решил тренировать мальчиков.
игре в футбол. Его команда «Олимпия» очень одержала огромное количество побед. В составе этой команды было два игрока, которые заняли бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года. Ну и, соответственно, Леонид Слуцкий вот так вот мелкими, маленькими шажками продвинулся как до главного тренера сборной России, также и тренера ЦСКА. Ну, очень круто. Всем фанатам, да и некоторым девчонкам, я думаю, будет полезно почитать, чтобы было о чем поговорить в мужской компании. Да. Так, да. Ну и, соответственно, последняя книга безумно трогательная. И, я думаю, для многих, людей оставит... Дай мне детей. Очень серьезный след в душе. Книга Дианы Машковой и Романа Андреева «Караван счастливых историй». Диана Машкова – известная российская писательница. Она очень много написала романов о любви. Но в последнее время в ее книгах очень часто стала всплывать тема детей. Сама Диана – мама четырех детей, из них трое приемных. Роман Авдеев – это второй соавтор книги, бизнесмен, у которого 23 ребенка, из них 17 приемных. И оба, и Роман, и Диана, они являются основателем благотворительного фонда, который помогает юным детям, маленьким детям найти своих новых родителей. В данной книге рассказаны истории, реальные истории о том, как дети-сироты смогли встретить свою вторую семью. Ну, соответственно, тема для России, она очень актуальна, несмотря на то, что с каждым годом у нас детей отказников или детей-сирот становится меньше. Но они все равно есть. Они есть. Ну и что очень радует, это то, что количество людей, готовых принять ребенка в семью и разделить с ним свою любовь, становится больше. Ну, то есть здесь вполне себе конкретные рекомендации, советы, то есть можно подчеркнуть что-то полезное, если вдруг вот семья собирается. Первое, как преодолеть страхи, то есть, понятно, есть какие-то бытовые ограничения, финансовые, но есть именно страхи в душе, смогу ли я дать любовь ребенку, смогу ли я его полностью вот воспитать, смогу ли я его принять как родного. Люди рассказывают первое о том, как бороться со своими страхами и ограничениями в принятии этого решения. Ну и, соответственно, второй пласт – это информация о том, как пройти всю вот бюрократическую систему в оформлении документов. Прямо такой ликбез, да, поэтапно? Да, на разных историях, потому что у разных людей совершенно разные истории по усыновлению. Ну, часто же бывает, да, такое, что люди хотят сделать что-то доброе, усыновить ребенка, но сталкиваться вот с этой машиной, что сюда пришел, здесь отказали, туда послали, и давайте уже не будем этим заниматься. Я напоминаю, что у нас в гостях была Ольга Городничева. Она приходит к нам в студию каждую среду и рассказывает о нужных, полезных, новых книжных новинках. Эфир нашей программы продолжится событиями.